Сегодня в Зимнем театре прошел прием главы Сочи Анатолия Пахомова. Приглашены медики со всего города. За последние 5 лет условия работы качественно поменялись, отмечают врачи. Благодаря администрации Краснодарского края и подготовке города к Олимпийским играм, отрасль здравоохранения курорта была значительно модернизирована. Практически во всех лечебных учреждениях проведен капитальный ремонт. Построены 2 многопрофильные больницы на 150 коек в поселке Красная Поляна и на 104 койки в поселке Дагомыс. Построена новая инфекционная больница на 304 койки в окрестностях Дагомыса, а также поликлиника на 100 посещений в смену в Веселом. Но успешная работа отрасли заключается не только в современном оснащении, но и наличии высококлассных специалистов. Мы уже отдали более 100 квартир для врачей и учителей, для врачей и медперсонала. Вот, и дали возможность главврачам подбирать тот персонал, который им нужен. И мы знаем, что уже такие, значит, результаты есть хорошие, когда едут из других регионов работать в Сочи. И мы предоставляем хорошее жилье. В учреждениях курорта ждут и выпускников Сочинского медколледжа. Условия работы сегодня в разы отличаются от того, что предлагали лет 10 назад. Больницы города получили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиограф, новые УЗИ-аппараты, лабораторные комплексы и многое другое. Мы сейчас работаем в новой 4-й городской больнице. Новые корпуса, новое оборудование, хорошая медицинская техника, комфортные условия для больных. Все это вместе и повышает качество медицинского обслуживания населения. Лучших сотрудников отрасли мэр Сочи сегодня наградил грамотами и ценными подарками.